ЖЖ. Понятно, живой журнал. Да, но нам, я так думаю, надо куда-то туда идти. Я на Яльчике, это мое святое место, и так продолжаю про книгу. 9 текстов у меня. Про это уже сказал в предыдущих видео. Число не специально 9, их в принципе могло быть, я думаю, 10, а может быть даже 11. Но я несколько лет готовил книгу к печати. Собственно, наверное, первый раз она издана в 18-м, второй в 19-м. А с 17 по 18 я там дописывал на базе отдыха. Вот, кстати, вот про это место, про все. Я дописывал все, как говорится, компоновал там. Текст расположен в хронологическом порядке написания. Более-менее. Если только я сам мог ошибиться, так они в хронологическом порядке. Значит, книга устроена так, основное, что на обложке главный герой. Так, ну тут тоже никогда не будет. Между прочим, тут столовая политеховская. Между прочим, я тут в детстве. Я уже здесь был в 90-е годы один раз. По-моему, ел в этой столовой. Так. Значит, главный герой на обложке, друзья мои, в моей книге. Это лес. И это, в принципе, по идее, все. Вот, видите, какой раритет. Такого здесь полно. Я прям тут по политеху целую экскурсию вам провожу, гляди-ка ты. Так, ну, короче, сейчас будет следующее видео.